Салат ли? Ну, такие сказали, это салат для ленивых, да? Считай, травка вот не растет, потому что нет, гравий. Смотрите, икла посажена, это, считай, салат. Смотри, Геля, там это, кабачки, патиссончики. Вон даже патиссончики. Смотри, Геля, ты видел, какой маленький? Смотри, ой, малюсенький. Здесь вообще трава не растет, потому что пленка покрыта. Удобно, посадил и забыл. Только поливай и все. Так называется, Геля, сад для ленивых. Красота. Мы берем себе на заметку. А мы лазим под этими колючими этими. Да еще. Хорошая идея. Ну только не камни, конечно. Надо не камни, может быть, гравий, только мелкие. Не, потому а как пленок очень много в саду разных мы сами увидели. Ну и обратите внимание на орех манжурский. Видите, здесь орешки висят, да, на нижней веточке, посмотрите. Да, висят. Но в нашем климате опять же они повисят и упадут. Не вызревают они, не хватает им от этого. Видите, коротко у нас очень лето, коротко, да еще из них месяц его лето, остальное непонятно что, да. Это орех манжурский. Так, ну а здесь мы видим с вами снова туи, смотрите. Снова туи. И вот такой, солнечные часы. Каждый год в городе проходит фестиваль огни Гефеста, где соревнуются между собой кузнецы. И вот несколько лет назад нам подарил один кузнец такие часы солнечные. То есть, когда, видите, падает вот эта вот, как бы, тень и показывает время. Но ребятки сами ее крутят постоянно. Вот им немножечко сбили, как бы, время. Немножечко. Но если правильно поставить, как бы, оно более-менее показывает правильно, но вдевает ему камень. Вообще камень это кусочек гор, да ведь? А горы нас притягивают своей куда-то таинственностью, вечностью притягивают. Помните, как пел Высоцкий, что лучше гор могут быть только горы. Ну а цветок это вот он вышел, отцвел его нет, да ведь? Вот это сочетание вечности камня и скоротечности жизни цветка, вот это любимый прием ландшафтных дизайнеров, когда сочетает камень и цветок. В любой стране вы увидите ракарий. Ракарий, конечно, надо садить низкорослые, хоть и кустарники, цветы и так далее. Обязательно сочетать, конечно, многолетники с однолетниками, потому что именно однолетние, видите, дают яркое пятно, да, в саду. Они ярко цветут. Многолетники более сдержаны. Итак, мы видим с вами здесь лапчатку или курильский чай даурский. Уже по названию понятно, что можно и цветочки, и листочки заваривать. Как бы очень выигрышное растение для Урала в каком плане? На одном месте может расти 15-20 лет. Цветет с июня по октябрь. Мало того, что прирост хороший, да еще и чай из него можно пить. В принципе, и красивый. Видите, и желтый, и белый, и розовый, уже оранжевый есть. В другой зоне мы с вами увидим гибридный желтый. Там цветы гораздо крупнее будут. Как бы вот так. Легенда гласит, что это богатырская трава. Чтобы силы были, как раз надо пить чай из него. Как бы. Но здесь мы видим с вами так однолетний, все вам знакомы, да? Знакомы. Колючник бестеблевой. Видите, очень интересное растение. Редкое, очень хорошо тоже смотрится на фоне камня всегда. Обтекает камни тимьян, не да, тимьян, ну и можжевельники. Можжевельники – это горизонтальный можжевельник. То, что у нас растет в лесах, мы называем неправильно вересом. Это большая аж такая ошибка, грубо ботаническая, конечно. Потому что то, что у нас в лесах, это верес обыкновенный, как бы, да, такой вертикальный. Но именно такой вот можжевельник геологи называют рудознатцем. Потому что он чаще всего растет возле залежей угля. Это раз. Во-вторых, помните, наши бабушки всегда ими парили бочки, да? Для засолки капусты, грибов, там еще яблок и так далее. Потому что убивает микробы. Вообще можжевельник в 17 веке, вот эти ягодки, вы там увидите их, синенькие, их специально собирали, бы прямо налог был на эти ягоды, отправляли в столицу в 17 веке и сделали из них масло и спирт. Сейчас вы можете встретить можжевеловую водку в магазинах, это джин.